все. Ждем порыва ветра. Мы на Шахдаге. Пробный полет 200 метров. Будем приобретать дальше вершины, как говорят, покорять. Готов? Да. Раз, два, побежали. Полет нормальный. Ой, нифига себе, мы туда летим. С утра ничего не ел, не пил. Хорошо. Главное вниз не смотреть. Точно хорошо привязан? Все нормально, ничего не надо трогать. Главное, любуйтесь красотами вокруг, вниз не смотрите. Нас уносят куда-то за границу. Надеюсь, пограничники собьют. За границу канатки. А ты в зависимости от ветра регулируешь или ветер сам носит? Не-не-не, я сейчас ветер усиливает. Сейчас все управляю. Побольше полетать. Я ничего не ел дома. Ну давай.
не вижу взлетную полосу. Вон бубна нарисована. Да. Там, если видите, это три человека, которые встречают меня. Видно? Так. Постепенно приземляемся. Что-то нужно было другое делать? Да, нужно встать было. А, можно встать. Все, отключаем. Да, до свидания. Спасибо, Сергей.